Всем привет! Это видеообзор лакомства для котов фирмы Trixie Premium. Значит, это куриные мини-стики, маленькие палочки. Благодаря таким палочкам легко можно дрессировать кошку или поощрять за какое-то правильно выполненное действие. Значит, в упаковочке 50 грамм. Эти стики не содержат сахара и не содержат зерновых культур. Значит, основной ингредиент – это куриное мясо, его 67%. Вот так выглядит стик. Спросим Мэнсона, нравится ли ему стик. Как видите, стик по душе. Спасибо вам за внимание.